Привет, мои хорошие! Привет! С вами Сирена Свей, и сегодня у нас будет челлендж «Что во рту», так как мои подписчики и мои зрители, любимые гости канала, и все писали и писали, давайте снимите «Что во рту» с Кристинкой или с кем-нибудь еще. Ну, конечно, кто? Конечно же, Кристинка! Первая кто-то звалась сделать челлендж. И у нас сегодня она кормит меня какими-то всякими приколюхами, о которых я даже знать не буду. А потом мы пойдем на ее канал, и там буду кормить ее я. Начали. А ты в курсе, что если ты сейчас что-то плохо там не накормишь, ты уже подготовила же все? Я сделала просто супер канапе. Это же канапе. Если что-то будет ужасно, я тебя отомщу, знаешь. Не-не-не, там все вкусно. Первое, второе и компот. Ладно, давай. Чё, уже чё, ты несёшь? Я не вижу. Да не вижу, я не переживай. Закрывать глаза? Силя, а чем ты глаза выше все закрывать? Для какая? Ну как тебе? Слушай, ну так нечестно. Ну я закрыла глаза там, правда, я не вижу. Давай шашиком замотала. Нет. А как ты будешь это? Да я не вижу все. Я честно закрытыми глазами, клянусь. Так, смотри, не подглядывай, не хитри. Ладно, если не веришь, давай. А это все будут думать, что я подглядываю и что-то там играю. Нет, давай. А у меня все спонтанно на канале. А смотри, я даже по ссылке не отдам. Подожди, давай очки. Держи. Вот так вот. А сверху. Нет. Мне так не хочу. Так некомфортно мне будет. Кристи, я лишь бы прикалываться надо мной. Неси еду, я есть хочу. Мне кажется, вот Дэня, напишите. Сначала надо было очки надеть, а сверху шарф. Было бы очень красиво. Все, я готова. Я готова есть. Мне очень страшно, честно, я сразу говорю, потому что я не люблю все эти штуки. Подожди, стой, не все, я посмотрю, мы записываем. Записываем. Вот охля подглядывать. Да не подглядывай. Давай. Вот сильно. Есть хочу. Сына, дай руку, я боюсь. Хитрая сила какая. Ты начнешь с первого? А живот мой не видно? Да не покрывала. Крис! Все знают, что ты недавно родила. А у тебя кто-то первый раз. Вон ножки лежат. Я боюсь. Так, тихо. Для начала, как положено... Дэня, если что, кричи. Соленая или как не соленая. В общем... Есть же не бога. Цыц. Так, подожди. А, я боюсь. Да погоди, я не могу сосредоточиться. Я очень не люблю сладкое соленое. Как это понять? Нет, ты такое не делаешь, ты что? Оно у тебя перемешается само в желудке. Ну, первое, как бы, это подсказываю, соленое. Откусывай, вдруг ты сразу... Ну, это классика, классика вкуса. Ой, быстро раскусит, даже не интересно. Подожди, подожди. Что, не поняла, что ли? Похоже на сыр. Или майонез? Браво! Кетчуп. Кетчуп похож на майонез? Кетчунес! Хорошо. Но это мне нравится блюдо. Я надеюсь, что по порядку, так как, чтобы не поправиться нельзя, там сладкое, соленое. Сначала надо соленое. Подсказываю, что 5 соленое. Ну, как бы это... Что ты мне подсказываешь? Ты пройдешь половину впечатлений. Это же самое... Да ладно, это не соленое. Ну... Когда-то... И я такая, а, да, точно, не соленая. Давай. Опа. Сына, да, что-то она там намутила. Еще я сейчас скажу, это плавленый сырок. А вот что-то хрустящее, это типа чипсы какое-то. Но у нас в доме много чипсов. Я не знаю. А вот скажи, какие это чипсы? Может, это Ice Express новые? А какие? Которые мы скоро будем рассказывать. Их еще нету. А может, уже рассказали, хрен его знает, когда я выложу это видео. Слушай, ну ты прям в точку угадала. Ты еще не пробовала эти чипсы, а ты прям почувствовала, что это не на они. Вот силя дает. Там живота моего не видно? Нет, ты его закрыла руку. У меня такая большая рука, закрыла мой маленький животик. Так, ну поехали, не отвлекайся. Ну, короче, какие-то из тех четырех чипсов. А вот теперь... Да не, нормально. Открывай рот? Да, давай.
Ты что, мне малого еду дала? Ты как это малого еду там? Подожди, шоколадка, посыпанная наном молочным, детским, безлактозным? Безлактозным. Да? А что за шоколадка? Шоколадка твоя белорусская? А кто ее прислал? Маша. Машуля, ля-ля. Спасибо тебе. Подожди. Чего? Ты реально посыпала безлактозный наном? А что? Криза, я не сомневалась в твоей креативности ни на грамм вообще. Я сначала не могла поверить. Будь здоров, сына. Будь здорова, сына. Я, честно, не могла бы никогда поверить, что может такое придумать вообще. Почему? Ну, мне нравится твоя идея, зачет давай. Ты попробовала, кстати, прежде чем мне вот это давать? Я представила. Ну, какая? Так вот. А если бы ты мне какашку решила дать? Ты тоже представила. Какашку? Как бы я могу тебе дать какашку? Ты даже не представляешь, как это. Какашки вообще нельзя есть. Знаешь, кто-то ест какашки. Никто. Есть даже фетиши разные такие. Люди любят говно. Люди любят писать. Да правда, в интернете много всего есть. Так, есть такие люди, которые любят какашки кушать. Не дай бог, ты угадаешь, точно подсматриваешь. Подождем. Вначале что-то вкусное было, кислое. А потом что-то вкусное? А потом похоже на вот эти маленькие мои маршмеллоу. Только в чем они? Маршмеллоу? Подожди, маршмеллоу в чем? Кисленькое что-то. Вкусненькое, я бы такое съела. А что это, у нас такое есть дома? У тебя нет дома, это я принесла из своего дома. Специально несла, чтобы сейчас макнуть. У тебя дома этого нет. А что это? Да что ты несла из своего дома? Я не припомню. Как можно не знать, что у тебя дома? Конечно же, это все из твоего дома. Все из селенового холодильника, со шкафов. Она говорит, она просто не знает, что... Скромняга. Хватит скромничать. Я сдаюсь. Не-не-не, давай, хоть перей, пап, давай. Это кисленькое, правильно? Кисло-сладкое что-то. Ну, у всех вкусы разные, кому-то кислое, кому-то... Соков у нас в доме нету. Может быть, это сок винограда? Ходил. А я надавила. Выжила из винограда. Нет? Нет. Ничего себе, виноград сейчас дорогой, чтобы все что-то выдавливать. Блин, мандаринку съели. Может, мандаринку... Давай пойдем от противного. Давай. Как могло маршмеллоу, в чем бы оно пропиталось? Неужели... Вот и хрен я его знаю, я его никогда ни в чем не питала. Это снова твой ноу-хау какой-то. Давай вспомни, что есть на полочках у тебя. На полочках каких? У меня много полочек. Кристина, сажай круг скорее. Иначе видео до вечера будет. Ладно, ягодная. Это может быть вот этот сироп, который стоит в холодильнике у меня? Вишневый какой-то. Как там говорят? Бинго. Бинго. Бинго, говорят. Вот если мой любимый смотрит и говорит, да стопудово, да гекаешь ты уже, гекаешь. Зая, это я спецом. Я не гекаю, у меня чисто, чисто произношение, как в новостях. CNN. Да. Давай. Так, ну и на десерт, конечно же, закуска, как положено. У нас все как в санатории. Кристина, она мне как бы облокотилась, я нормально выгляжу, буквой зю такой, вот вообще какое-то видео. Я как бы красиво должна, это на моем канале будет. Тебе надо там сбоку быть, а у меня уже... Если я буду сбоку, вот то там... будет один глаз. Крис, у меня уже болит. Он даже... Ты не скажи. Так, ладно, открывай рот. А так подожди, поняла уже, да? Я мало открывала. Не влезла? Нет, я не поняла, какая-то мокрая тема попалась мне. Да что-то, по-моему, ты меня испачкала. Я некрасивая, чувствую. Вообще, ты как красивая. У меня вот сейчас... Нет, я поняла, я почувствовала, знаешь, что? Я почувствовала. Это, вот это... Да, я открою. Вот у меня же стрёмный цвет вот здесь, да? Вообще. Цвет поноса. Слушай, там вообще ничего. Потому что это все опасно, вот. А что ты сделала? Я с тобой не общалась. А я что, виновата, что ты затронулась до моих губ головы, не убрала? Ладно, давай. Только открой рот так, чтобы не понять, что это в форме. Оп. Банан. Банан с... То, что я сказала, вот этого цвета. И что, вот я сейчас сижу реально... Нет, тут как можно
У меня здесь таким человек... фигня такая, да? Если ты пальцем тут... Ну что там? Оно впиталось. Спасибо за маску. Ну, короче, Селена вообще не... Все? Да, Селена. Можно мне раздеть глаза? Селена неинтересно играть. Я просто постаралась, тихо, чтобы... Тихо, тихо, подожди. Столько света. Софиты бьют. А сама... Будь здоров, будь здоров, даже чихает, а я хотела сказать, здорово, что, наверное, были дырочки вот здесь вот. Нет, дырочек не было, она правда. Она все видела. Потому что, на самом деле, я бы даже, если бы были дырочки, я бы в них не подглядывала по одной простой причине, что я люблю все эти вещи, и мои постоянные зрители, они знают, что я даже посылки не распаковываю, ничего не пробую из фикс-прайса, у меня стоят пакеты, пока я все не покажу впервые моим любимым зрителям. Крис, ну мне очень понравилось, спасибо тебе, такие прикольные впечатления, на самом деле, классные. Сейчас я буду стараться так для вот тебя что-нибудь сделать такое интересное. Ой, мои хорошие, я надеюсь, вам понравилось. Я... Рецепт можно... Рецепт, если что, Кристинки, в Инстаграм спрашивайте или под видео. Эрита, что-то хотела сказать вам. Хотела сказать, что... Все, ну может ты скажешь? Запросто. У мамы нет слов. Да. Такая такая шутка. Ай, это волосы отпусти. Ладно, я хотела сказать, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что на самом деле этот челлендж был очень крутой, и мне очень понравилось. Это необычно, правда, ощущения новые какие-то в моей жизни, потому что я вот так вот не играла никогда. И я надеюсь, что Кристинке тоже очень понравилось. Ты играла что-нибудь подобное? Нет, впервые, ты же знаешь. Вот сейчас попробуешь тогда, потому что впечатление очень классное. Нет, мне кажется, класснее делать. Я бы даже еще раз что-то сделала. Да? Тогда мы обе получим удовольствие. И, значит, смотрите, сейчас мы пойдем скорее кормить Кристинку, завязывать ей глаза. И, конечно же, это будет на ее канале. Проходите внизу по ссылочке, я оставлю посылочка. Посылочка. Посылочки. И я оставлю все под видео. И смотрите, как я накормила ее. А мы с вами прощаемся. Пока-пока. Впереди много интересного. Кто еще не подписан, подписывайтесь, это обязательно. И лайки, 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 лайки. Пока. А, и кстати, у нас прямые трансляции. Мы уже с Кристиной туда вдвоем даже выходим. Так что, кто не подписан в Инстаграм, подписывайтесь. Пока!